Город Витебск, с праздником! Сегодня наш город приобрел еще одно интересное место возле ратуши Витебской исторической. Ратуша и Витебский областной краеведческий музей поздравляют всех с Днем города! Полный и такой щедрый на аплодисменты зал. Дорогие витебчане и уважаемые гости нашего областного центра, примите искренние поздравления с Днем города и 79-й годовщиной освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Мы не можем, просто не имеем права не вспомнить тех, кто добывал великую победу. Это он, 18-летний советский солдат, освобождал наш родной город и 26 июня 1944 года, стоя на площади Свободы, был уверен, что обязательно вернется в возрожденный Витебск. Это ему, теперь уже 97-летнему советскому солдату, освободителю, мы отдаем дань уважения за великий подвиг. Это его, советского солдата, участника освобождения города Витебска, кавалера боевых орденов и медалей Петра Леонтьевича Леонтьева, приехавшего к нам из столицы республики Калмыкия, города Элиста, сегодня в этом зале приветствует благодарный Витебск. Город – это мы. Это избранное пространство для проектов, идей и мыслей. Пространство уединения, размышления, поиска единения и общения. Вот что такое наш, твой, мой Витебск. Вот кто такие мы, витебчане. С праздником, дорогие витебчане! С днем рождения, Витебск! Это город друзей, это Витебск. Этих праздничных дней не забудет никто, добрый Витебск. Дарит радость для всех, и любовь, и успех. Здравствуй, Витебск, здравствуй, Витебск. Всегда.